Приветствую! Я Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия». И сегодня я расскажу про тигровый глаз. Такое маленькое напоминание, как его применять и использовать, всегда в вашей жизни будет полезно. Тигровый глаз – это кварц вот с таким вот шелковистым переливом. И поэтому он так назван, потому что он напоминает глаз тигра. Узоры на нем могут быть самые разные и самые забубенистые, такие вот с закорючками, или же прямые полосы с красивым шелковистым отливом. Он может включать в себя гематит и быть таким вот с металлическим блеском. Если его нагревают, то получается бычий глаз, получается такой вот красноватый цвет. Но перелив остается. Что человеку может сообщить тигровый глаз? Прежде всего, он укрепит его личностные характеристики. Если человек очень скромный, не может себя проявить, если ваш ребенок волнуется перед выступлением на уроке, если чрезмерно скромные люди и стесняются каким-то образом себя проявить, то тигровый глаз – камень для них. Тигровый глаз также камень для тех, кто подвержен страхам. Вот бывают дети, которым постоянно снятся какие-то страшные сны. Бывают взрослые, кто боится и не позволяет себе открыться в полную силу своей личности. То тогда тигровый глаз – камень для них. Тигровый глаз – также камень, который сообщает человеку храбрость. Именно храбрость. Некоторую может быть агрессивность, некоторую воинственность, если его чрезмерно носить и чрезмерно с ним общаться. Но тигровый глаз может быть классным помощником студенту на экзамене. Он может быть классным помощником людям, которые выздоравливают, которые имеют проблемы с пищеварением, и людям, которые хотят чего-то в жизни совершить. Ну, например, карьеру сделать. Те люди, которые идут активно по карьерной лестнице, тигровый глаз – камень для них. Тигровый глаз может восстанавливать здоровье, как создавая уверенность в себе. Потому что каждая болезнь, она подтачивает человеческую уверенность в собственных силах. И вот тигровый глаз для этого может быть очень полезен. Гладкий камешек можно пить. Гладкий камешек можно класть в воду, делать эликсир и пить. Также будет полезна эта вода, если есть проблемы пищеварительного свойства, если есть сложности с пищеварением. Тигровый глаз хорошо носить. Именно хорошо носить. И замечено, что те люди, которые смотрят на человека с украшением из тигрового глаза, воспринимают этого человека как более уважительного, более харизматичного, более сильного в своих личностных качествах. Поэтому тигровый глаз, ну, я считаю, что непременно должен быть в вашем наборе как некоторый такой витамин храбрости. Где его держать? Его можно держать там, где есть человек, которому он должен помочь, или же в украшении обязательно. Очень хорошо тигровый глаз носить в перстне, потому что тогда вы будете сами видеть, и он будет укреплять вашу веру и уверенность в себя. Это была Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия».